Смысл не в том, чтобы быстрее делали движение свое, а в том, чтобы вы его и понимали, и чувствовали. То есть, когда вы в один совет движения заканчиваете, вы начинаете поворачивать, смотрите, как у вас работает стопа, бедро, корпус, плечо, локоть, как у вас клинок лежит, то есть, не пошмяливаете, удобно ли вам, не вылетаете ли вы. То есть эти моменты для себя важно прочувствовать, чтобы вам было удобно двигаться, соответственно, и была возможность перейти на любой другой сектор с любым финтом, то есть поменять траекторию движения, перейти в поле будущего включения с одного сектора в другой. То есть как вы переходите всем телом, не просто вы сделали поворот корпусом, а ногу себе заклинили. То есть не выключается ли степень свободы, оставаться мобильным и подвижным. Вы могли сделать и шаг, и уйти по высоте, и включить любое другое звено в опору или ось вращения. Поэтому задача не в скорости, не в количестве фантома, а в том, чтобы вы понимали само движение, чувствовали его изнутри, проживали его. Поэтому любые элементы, где вы будете делать шаг, разворот, уходить на любой сектор, менять уровни, вы должны себя чувствовать подвижным, не закрепощенным.